Сейчас бы еще море рядом, вообще кайф был. Да. Вот здесь вот. Вообще было бы супер. Пошел, освежился, да, сейчас сидит. Его прошивки воняют, да, хорошо. Тобой же будет дома. Да что у нас в такую жару одевать, вот я не понимаю. Да, душево, правильно. Понимаю. Не, ну он не умеет играть, мне даже тяжко играть. Да лучше бы признал себя, как Игорь, как Кирюша, не умеет играть. Я бы не напрягался. Да ладно, он себя проверяет. Он поддается. Да. Вот вы так себе все, это ты думаешь, сейчас он отольет и станет умнее, да? Так что ли? Ну понятно. Когда я начну проигрывать, я тоже пойду в туалет тогда. Может, ума прибавится у меня. С чего? С отлива. Где логика? Тактика, да, какая-то, да. Ты его, знаешь, думаешь, он у меня лучше играет, да? Ничего. Она пошутила. Так я слышал, что ты переводишь. Я не перевожу, я комментирую просто. Немно? Немно? Чехов. Кто играет? Ты? На моем стаде ты бы не пошел. А ты эти, одень да свои кроссовки. Легче будет. Или сними носки, выбрось там мусор. Запах идет, запах. Это мой запах? Нет. Твой. Не мой. У меня носков нет, у Кирилла нет. У тебя. Точно? 100%. Ты? Точно? Точно. Я курю верхом. Что ты курил? Вообще курю. А я с обонянием. А я вас принучил. Убираю твоего любимого коня. Потому что ты знаешь, что я очень хорошо играю за это, да? Да, да. Меня напугали так. Катя напугала меня так. Я уже трясусь. Вот, на ничью согласен. Верфи собирай мой. Ничья. Тут уже идет психологическая атака. Обонятельная атака. Любая атака идет уже. Я уже теряться начинаю. Ну, давай сейчас мы с тобой начнем играть, да. Что? Пешечка вот так. B2, B3. Телефон нагрелся. Убрать-то? Да, убрать. Вообще горячий. Ты представляешь, да? Полчаса назад душ слил. А сейчас 30 градусов. 27. Загореть можно. 27, да. Да, и ты видишь, как душ... А здесь тебе удобно? Ты видишь, как душит. Тебе удобно? Не, а там, как, ты видишь, как было там хорошо? Моя сторона 40 была. 42, больше 45. Больше. 45, 47. Нет, в Куэте я бил 48 уже. Жара там, в арабской стороне жара очень.